мной произошел. Однако я слишком мал был, чтобы внятно что-то помнить. Все нижеизложенное рассказал мне дедушка. Честно говоря, я практически не помню этого. Помню лишь, сам предмет. Сейчас поймете. Расскажу со слов деда. Было мне где-то года 3, максимум 4. Я гулял по улице с дедушкой. В общем-то, в советское время ребенка можно было спокойно оставлять во дворе и, допустим, сбегать в магазин. Ровно так дед и поступал. Я играл у лавочки. Он утопал спокойно в магазин. Что случилось дальше? Дед, стоя в очереди, видел, как ко мне подошла приличного вида женщина. Каких во дворе с десяток, поэтому у него даже и не ёкнуло. Она что-то протянула мне. Я прекрасно помню, что именно. Фигурку, игрушку. Это была очень и очень красивая птица. «Ворон», — так сказал дед. Она мне протянула его. Я взял. Даже схватил, правильнее так будет. Дедушка все это время стоял в очереди. И затем она нагнулась ко мне. Стала что-то шептать. Что, я не знаю. Не помню. Но на тот момент слов таких и не знал. Или языка такого. Тут на все это дело обратила внимание Антонина Петровна, бабуля, что жила в крайнем подъезде. Их разговор я плохо помню, но попытаюсь воспроизвести. «И чего это ты дрянь ребенку суешь? А ты докажи, что дрянь. Чего мне доказывать? Мы обе знаем, что это». «И что же?» «Птица чумная, вестник злого умысла. И да, я прекрасно знаю, кто ты. А ты, я уверена, понимаешь, кто я. Поэтому ступай-ка ты, подруга, отсюда. А то что?» Сути разговора я не понимал, но дедушка уже спешил к нам. Видя, что вокруг меня две женщины, начинает ворно махать руками, что-то выясняя. «Иначе то, что ты приготовила ребенку этому, у себя найдешь. Лучше оставь дело грешное. Встретишься ты еще мне. Встречусь. Не тебе со мной тягаться. Не доросла еще». Четко помню, как подбежал дед. Как начал выяснять, что случилось. Как быстро исчезла та незнакомая женщина, напоследок улыбнувшись мне. Но это было очень жутко. А Антонина Петровна мне тогда какой-то камушек дала. Сказала, чтобы я с ним спать ложился. Если так сделаю, ведьма не придет. Честно говоря, я тогда не понял ничего, а вот дед... После разговора вот тет-а-тет с Антониной Петровной, он ежедневно следил, чтобы я тот камешек, странный, с собой в кровать брал. Уж не знаю зачем. Я давно вырос. Дед, к сожалению, давно на небесах. Да и Антонина Петровна тоже. Однако тот камушек темно-зеленого цвета я храню до сих пор.